В очередной, 17-й серии сериала «Тайны госпожи Кирсановой» вы узнаете о том, как бесследно исчезла невеста в ночь перед венчанием. Ее родители обращаются к Ларисе с просьбой найти пропавшую. Неужели девушка сбежала с любовником? В ходе следствия Лариса раскрывает не только тайну исчезновения невесты, но и тайну ее семьи. Бестужев, бывший жених Ларисы, вызывает на дуэль Левицкого, ее нынешнего воздыхателя. Из-за тумана дуэль откладывается, но выстрел все равно раздается, убит кучер. Никто не видел в тумане, как это на самом деле произошло.